Дамы и господа, программа «Казан» ведет свой искрометный репортаж прямо с барной стойки клуба «Компас», где, как говорится, каждый находит себе угощение по душе. Суббота называется субботой во многих очень языках. И древнеиудейского шаббат. И означало оно всегда приблизительно то, что сейчас и означает. То есть конец чему-то, ну конец недели в нашем случае. Суббота Проджект, представьте себе, именно таким образом называется проект, который стартует сегодня в Компасе. И происходить он будет, разумеется, по субботам. Суббота Проджект — это абсолютно новый проект, который мы запускаем с этого дня, каждый месяц один раз. Проект направлен на то, чтобы создать атмосферу дискотеки нон-стоп, без остановки, до упаду. И последний человек, который упадет на танцполе в 6 утра, мы ему вручим приз за то, что он дотерпел до самого конца. Довольно много опыта уже. Называется работа на две стороны. Мы успеваем настолько много, что пацаны еще подрабатывают охранниками. Я вообще больше не танцую. Проджект. Суббота имеется в виду суббота? Именно суббота, да. Ее будут проводить, наверное, раз в месяц. Суббота Проджект. Значит, это будет нон-стоповая дискотека, общение с гостями и шоу, которое будет проходить прямо на танцполе, либо на сцене. Правильно? Что подарили интересного? Самое запоминающееся, наверное, прыжок с парашютом. Да. Но я пока не решилась еще воспользоваться этим подарком. Но может быть еще не вечер, и прям сегодня придет это решение, что вот срочно нужно прыгать. Я надеюсь, да. Четвергам, я знаю, проводятся очень хорошие девичники для девочек. Пятница, ну это понятное дело, пятница — это хроники соблазна. Для девочек, для мальчиков отличное шоу, яркие, эротического формата. Понимаешь, такие красивые девушки, как ты, обладают властью над мужчинами. Ты это понимаешь? Ты это знаешь? Я стесняюсь этого. Конечно. Но ты этим пользуешься? Бывает. Ну что ты делаешь для того, чтобы выйти замуж? Стараюсь быть примерной невестой. У меня уже как бы есть парень. Мы вместе живем. Да. Счастливчик. Да. Счастливчик. В ближайшее время нас ждут вечеринки Tesla. Это очень интересное будет шоу с электричеством. Нас ожидает, естественно, вечеринка на 1 апреля, очень смешная, которую мы проведем. И также мы хотим запустить проект, который пока еще под мраком тайны, как в принципе, как и сам проект. Это будет что-то невероятное.